Мы приехали на ночной рынок на Джомтьене. Сейчас хотим покушать какой-нибудь вкусной тайской еды. Машины поставили на паркинге. Но время еще раннее, многие лотки закрыты. Мы постараемся что-нибудь найти и покушать. Кстати, смотрите, здесь бетоном залили все практически. Дорогу, места для лавочек. Теперь здесь гулять комфортно. Нету какой-то грязи, как раньше. Попробовать. Ну там они маленький пакет, здесь больше. А, здесь побольше размер, да? Так, что, деньги платить ему? Здесь креветки по 120, свежие морепродукты 30-50 бат. Какие-то готовые блюда уже. Тут можно купить какой-нибудь салатик, стоит всего 30 бат. О, здесь всякие сердца куриц, кальмары. Еще какие-то мясные штучки. Здесь шейки по 25 бат. Сейчас мы как раз купим себе шейк. Мы сидим на рынке, пока ждем Свету с ее мамой. Здесь около рынка стоит куча байков. Там вдалеке идет стройка небоскребов двух. Почти достроили их. А с другой стороны у нас идет пляж. Света принесла просто горы еды, смотрите. Целый стол. Что здесь сейчас только будем нет. Да. Can one sprite and two sprite. Все, что распаковывали? Все распаковывали. Смотрите, что мы взяли. Во-первых, роллы. Во-вторых, ракушки. Мама так и хотела попробовать. Тайская лапша. Потом мы взяли вот такую вот потрясающую, вкусную, сочную, горячую. Только что приготовлено, у меня кончаются прилагательные, пока я ее открываю. Жареный на гриле тилапию. Надо сейчас все будет красиво разложить. Еще мы взяли хлеб. Куда же без хлеба? Следующее мы взяли. Мама захотела, я не смогла отказать. А, это нет, это по моему усмотрению. Осьминоги жареные. Это вот что? Это пончик. Смотрите. Вот, жареная мяска. Свинина. Будете тоже сейчас все пробовать. Также мы взяли суп том-ям. Сейчас они займутся его поеданием. И еще тут плойки с ананасом и знаменитые пончики. Сейчас все аккуратненько распаковываем и начинаем кушать. Мария, попробуйте тайское пиво Чанг. Вкусная? Холодненькая. Хорошая. Мне нравится. Я тебя сегодня. Прям как молчу. Отлично. Пришлось с вами купить пиво, чтобы вы смогли тут сидеть. Если вы не покупаете алкоголь, то не можете тут сидеть. Так что мама за всех отбывает сегодня. Так, да, все остальные не пьют. Даже Виктор не пьет. Маш, тебе уже. Мы здесь уже распаковали всю еду. Вот, так, бери вот рыбка это мясо. У нас тут. Это лапша, ее пока не бери, вот мясо. Мария пробует мясо. Свечная свининка. Вкусная. Чуть-чуть не соленая. Вкусно. Копчененькая, жареная, мокрая. Вкусно. Света уже и пробует рыбу, я смотрю. Очень вкусная рыбка, я ее ждала. Минут 20, наверное, пока ее пожарят. Просто здесь, если рано приходишь, тебе могут дать вчерашнюю рыбу. Она уже такая просоленная, не жирная, не сочная. Поэтому я дождалась, пока мне пожарят с нуля свежую рыбу. Попробуйте ее и скажите, как вам. Очень вкусная рыба. Прям как у нас в Саратове такая. Свеженькая. Сейчас я хочу дать Марии попробовать улитку. Давайте, пробуйте. Пробуйте улитку скорее. Зачем руками можно? Можно вилкой, руками, как хотите. Ду-д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 у.
Маша, тебе понравилось. Я еще хочу. Да, еще? У тебя целый мешок. Целый мешок. Очень вкусно. Первый раз съем. Это судьба. Очень вкусно. Теперь том ям. Это суп. Так, первый раз пробуем том ям. Просто я не знаю, как это приготовили, я не пойму, что это такое. А, вообще, супер вкусно. Виктор, попробуй. Очень вкусно. Прям что-то такое лимонное и молочное, и с кислинкой, и с поджаркой. Вкусно. Не могу, по-моему, там я мне понравился. Говори по чесноку. Честно, не очень. Не говори, очень. Говори. Не очень. Ты лучше готовишь. Мне не нравится. Молодец, смотри. А улитки какие вкусные. А можно я их туда? Можно, можно. Конечно. Мы сейчас улиточку. Улитки в том яме. Прям вот я буду улиточку есть с бульоном. Первый раз такой ем, мне понравилось. И можно легко запивать пивом. Да, улиточку. Устраивайся, веселый вечер. Выходной. Я рада, что маме нравится. Я очень переживала. Но теперь мы их подготовили к тайской еде. Теперь будут кушать на рынках. Ну, в общем, да. Сейчас будем все это кушать быстренько. Виктор мечтал, чтобы я попробовала улитку. Мне очень понравилось. Мама, осьминог тебя ждет. Все так сразу. А что, Вик, ждать? Осьминога сейчас будет пробовать с Марией. А можно я буду с улиткой? Можно. Хоть с батоном. Ну, осьминожек, готовься. Настало твое время. Что-то он кусается. Кусается. Ну, вкусно. Нравится? Да. Странно. Нам не нравится. Интересно. Не, ну почему? Смотри, как приготовлен. Такой перец острый. А там вкусно. Смотри, твоей маме нравится тайская кухня. Я вообще от нее в шоке. Мне нравится все странное. Да. Маракуйя, она от нее без ума. Она вчера попробовала маракуйю, просто влюбилась в нее. Позавчера, уже два дня мы ее едим. Теперь папа будет ракушки есть. Не, я маме готова. Миди. Вот, Маша, ракушки. Вот это что такое? Папа, попробуй ты осьминожку. У нас остался ролл, попробуй. Дай роллину. Мама, я еще кусочек. На, да. И последнее блюдо, которое сейчас попробует Мария, это местные роллы. Конечно, это не тайское блюдо, но посмотрим, понравятся ли ей роллы, как готовят в Таиланде. О, это все мне. Все. Ну все, давайте. А это ты мне помазала? Да. Моя школа. У меня глаза прям забегали. Очень вкусно. Я увеличила глютамат. Я помню. Очень вкусно. Они, во-первых, очень красивые. Ну да, красивые. Прям как жемчужинки. С подсвечением. Да. Так, я ем креветочку. Такую жирненькую, такую красивенькую. Держись. Вообще, ты ее не мешала бы почистить. Ее надо чистить, мамуля. Ну что, Костя тоже полезно. Это наши раки. Вкус раков. Да? Искушенный человек.
какие-то попугай, креветочки. Мне понравилось. В общем, папе не пришелся по нраву том ям. И мы ему заказали картошечку по-деревенски и шашлык из курицы. Ну как? Что-то больно остро, там перец. Советская кухня, но готовят тайцы. Ой. Я попробовала, вкусно. Шашлычок тоже подвел. А мне супчик нравится. Даже очень. Никому не дам, буду сама есть. Вот так. Папа пытается доесть свой шашлык. Его мое. Ты просто перчик съел. А без картошечки при вкусе. Говорит, что курица нормальная, просто перец съел. И вот такая вот там картошечка по-деревенски, с кетчупом и зеленым лучком. Давай, я убью. Мама, попробуй картошку. Или кто-нибудь, попробуйте картошку. Ну, давайте попробуем. Ну, картошка, она очень вкусная. В любом виде. Жарена. Очень вкусно. Прям как красный кирпич. Правда, Виктор? Хорошо, кушай. Ой, в общем, наелись всего на рыночке. Все такое вкусно. Мама Света там только в торге всего. Спасибо. На здоровье. Да, очень вкусно. Хорошо. Очень остро. Ну, в общем, сейчас мы едем домой, пойдем купаться в бассейне и отдыхать. Посячить. А потом, может, еще сходим на массаж на тайский. Родителям понравилось, надо ходить. Да. Ну, в общем, на этом у нас все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Пока-пока.